снежок скинул с обеда до обеда. 2 часа ездил, проверял, закрывал последний путик. Двенадцать километров. 6 туда, 6 обратно. А потом сбросил снег. Здесь, там на бане. Баня так и не доделана. Крышу надо переделать. 2 венца еще ложить. Верхняя переделать. Сгорели. Пол крыши сгорело. Вот здесь вот сегодня проехал в Цилис. Даже с горки и то проваливается 40 сантиметров, наверное. Около 40. В горку бы, наверное, здесь не вытянул. Взъема нету. Что на лыжах, что на технике. Притортал вчера печку на замену. Новая печка будет. Трубы. А эту печку, буду убирать. Тут вот ее сварщик неправильно сварил, вырезал прямо из передней стенки дверцу, и щели образовались, и сифонит полностью банку. И даже если закроешь, все равно тяга есть. Если сырые дрова раскочегарятся, жарище в избушке, приходится двери открывать. Ну вот, сегодня одну только белку снял, и все. Ни хрена не ловится. Зато пиал у меня тут 5 штук. На все случаи жизни. Бензин, остатки надо увезти. Зайцы вон тут все поистоптали возле избушки. Утром 34 было градуса. Но днем где-то меньше 20. Но сейчас градусов 10, наверное. Продукты убрал, остатки. Вот в эту канистру флягу. Она тросом привязана к этой листвяшке. Здесь вот стопорок у нее есть, болтик длинный. Здесь вот гайка закручивается, чтобы не открыл медведь. Ну, вроде пока ничего не трогает. Не пытался, по крайней мере, разграбить.